Это вид из нашего окна. Мы вчера приехали, отель Мелия Верадейро. Алёшка читает письмо на чистом испанском языке. Этот скромный букетик Алёшка получил в подарок на день рождения. Вас скрывает скрытая камера. Вас снимает скрытая камера. Смотрели, как на нас падали парашютисты. Ну и как, упали? С большими круглыми глазами девица начала на нас падать. В последний момент упали туда, куда надо. Там видите наш отель. Вот это был большой-большой осьминог. Вот такой, немножко уже его. Герой-охотник. А еще мы увидели 5 огромных рыб. Ага. Где-то метра, 20 метров. А это благодарная публика. Но! А что любишь? Леха, а что значит посылать? Посылай меня крепко. Улика, улика Антарктика. Love you for life.
Давай накладывай. Это Битлы были? А? Битлз. Алёшке доллар дать. Обзора, еще я плохо слышу. Подожди, Федорович, нам совсем не хватит. Мы тебя выслушаем. Красную луку найдем. Он на 5 минут. Они же мне нужны. Воруем кокосы? Комары зажрали. Что это такое? Где это ты взял? Мячи для бейсбола. Угу.
Александр, ты тоже набрал где-то мячей? Уезжаем в Тринидад. Славный город Тринидад. Рыба, рыба. Рыба. Вон они справа. Скажи что-нибудь. Скажи, отстаньте от меня, все надоело. Алёша под пальмой. Без очков. Без очков. Расстроился. Полчаса назад Илюшка от тоски по своим очкам чуть не загнулся. Уже жизнь не мила. Была ему. А потом бегом. Вы уже упаковались? Удаете. Я боюсь, что отсюда не выпустят, потому что они, видишь, раз они у меня подбирали яблоки даже. Когда? Ну, на тому. Настоящий кубинский революционер. Да-да-да. Большой белый человек. Кубинский революционер. Тихо-тихо. А, точно-точно. Маленький огрызок сигары. Кубинский революционер. А на Кубе есть вообще ядовитые змеи? Я что-то слышал вроде. Нет, ядовитые змеи нет. Только скорпион. Старый паровоз. 1800 какого-то, да, да. Самый. Сахарный тростник. Американский паровоз Филадельфия. Алёша хотел купить этот. Так. Русский перед на Кубе банка. Саша идет впереди такой большой белый человек, а сзади Алёшка семенит. Так, они уже ее едят. Уже едят, да. Экзотики сорвают. Из него прямо сок потек вот так. Яна кушает манго. А сейчас нету, да? Да. Сочная спел. Попробуем, если надо. Душистая. Фрукт. Ну, скажем. Да. Я, ну хватит. Ленка, правда, пронесет плохо тебя, а ты достирай стеной. Слышь, про устоит не вылезешь, не надо. Нам страховки не хватит. Нас окрасывали, да? Старый кубинский лицей. В колониальном стиле. У нас, оказывается, все включено. Можем кататься на яхте. Пойдем в ресторан, и все это на халяву. Эй, не ломай дверь. И тишина. Кондиционер уже хорошо работает. Да меня уже отругали. Ну, очень хороший номер, да? Сейчас сделаем крупный план. Этой страшной рыбы зубастой. Внимательно посмотрели на меня. Что? Ну, Алюшка, не тряси, это нехорошо было. В ротик заглянем. В глазик заглянем. Эта рыба называется... Угадайте, акула. Как? Маленькая. Правильно. Акула. Маленькая белая акула. Она чуть не съела нашего папу. Боюсь. То есть, наоборот, чуть папа не съел бедную акулу. Тогда она сказала, ой-ой-ой, я не акула, я ставрида. Давайте с тобой дружить. Ну, папа сегодня на велосипеде ездил. Куда ты ездил? В отель Коста дель Соль. Южный берег. Южный берег.
Ну и что там, аквариум? Нет, аквариума там нет, поскольку все взмутило. Но видел кубинцев с ужьями, охотников. У них тоже была одна ставридка несчастная. Схожу, а? Домой схожу. Зачем? Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
специально. Слушай, стукни, пожалуйста. Я на... Спасибо. Комары, однако. Это у нас ужин. Мне нужны тебе девчонки. Если бы мне нужны было, я бы позвала на все. Fashion show. Collection the Gary Vianis. Most World. Fashion company. Images. C'est la collection de Yann Rivet, la Rive et le Flou. Collection de Caribbean is most. Y le estamos recordando también a los queridos amigos que están acá junto a nosotros que al final de este desfile de modo que tendrá la oportunidad de adquirir los tickets de la rifa especial con las modelos del grupo. Rifa especial y por supuesto, si usted es el afortunado ganador, tendrá el placer de llevarse a casa una de estas preciosas piezas que exhiben los modelos.
пошло? Да. Это называется пини колала. Вайна колала. Кокосовым молоком, ром. Сегодня с чем-то с другим. А еще нам понравилась кубанита. Ром с томатным соком. Чем-то еще. Там давно все отнято. Mi amor. Un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, amor. Tres. И да. Вы сейчас едете? Like едем нырять. Где много барракуд и чистая вода. Велосипедов со снаряжением. Русская лодка. Забухали мы. Да, но это не больше, чем на 3 дня, так что ничего страшного. Девушка с веслом. Да. Алёшка, а что ты не привязал ружьё-то? А что его привязать? За ленточкой бы раз и все. Барышень, проблема выбора. Неудобно, неудобно. Отходи, я еду. Ой! Эй! Здорово! Мангу. Я тогда гоняла. Ой! Но меня только не надо найти. Ух ты, блин, опять. Ну, вес не выдерживает. Можете другой велик подобрать. Давай. Это окрестности за гостиницей. Лужа тут с комарами, которые купаются. Наш корабль стоит в каком-то болоте. Мы из этого болота сейчас будем красиво выходить в море. Главный моряк. Юля, как называется наш любимый коктейль? Наш любимый коктейльчик называется пина колада. А еще кубанита. Еще очень вкусно с мятой. Не знаю, как называется, но очень вкусно. А сам-то по полной программе. Бармен живет на сафари. Посредине моря и говорят, до берега сами, как хотите. Яна модель опять.
О, какие здесь пол. Он слушает, кто это там плывет? Берегись, Сашка плывет. Так, Саня, а где ты взял для него еду? Ему? Ага, молодец. Алешка, Санька скармливает ему твою еду. Можно ему еще там маленькое есть? Не надо, обойдется. Пошел, пошел, пошел. Алешка, найду силу, пошел. Точно есть. А там чурак, что ли? А фотографироваться? Понятно. Такой достойный, да. Достойный. Ну, два раза, ничего. Кошмар. Вот такой был. Нюха, кошмар, что ты говорил. Это маленький был. Кошмар, знаешь, что он видел? Обалдеть. Сфотографируйте меня, пожалуйста. Кореша такие. Угу. Он что, еще шевелится? Еще как, он, видишь, хвостом. Ну смотри, вот у него ножка такая, а вот... Вот, а вот, представляешь, вас он выбросил? Представляешь? Представляешь? Слушай, а где эту сумку-то ребенок взял взять? Нога. С рапушками. Его сейчас нельзя вытаскивать, у него хвост оторвется, там останется. Нет, его надо просто усыпить, и он тогда его можно будет вытащить. Нам же надо идти там этот же. Надо запечатлеть. Слушайте, такая косая. Все, что осталось. То ли с коктейлей, то ли с вина, то ли с пива. Фу. Сейчас я расскажу. Мы сейчас съели вот таких лангустов. Мы их поймали сами. А где мы их поймали? В море. В море. Возле острова Кая-Бланка. Да. Там еще мушки кусались. Мы с Юлей плавали в настоящих костюмах. Видели много кораллов, видели вот такую барракуду. Такую маленькую? Ну, в воде она была вот такая. Это была не барракуда. Барракуда. Она у берега там все время ходила. Всякие рыбки плавали. Красивые. В общем, мы теперь с Юлей настоящие. Ну, завтра, послезавтра снова пойдем на этот остров и посмотрим там супер кораллы. Там лангусты просто как лошади, я в жизни таких не видел. Одна лошадь чуть не утащила Алёшку. Хвост у нее такой, как моя нога. Где-то лангуст длиной 70 сантиметров, наверное. Всю неделю нас ели комары, а с сегодняшнего дня начали есть мушки. В общем, какой сегодня, да? Да, с 9 мая на Кубу. Сегодня еще 8. А не 9? Ну, в России уже 9, а у нас еще 8. Сейчас у нас там сейчас 4 часа утра. Да, 9 мая. А у нас тут еще вот хоть бухны. Сейчас ужинать пойдем в 4. Алеш, куда собрались? Сбор. Снова идем за большими лангустами. Радость моя ненаглядная, как я могу уйти, не поцеловав тебя. А это счастливые женщины. Остались одни. Наконец-то остались одни. Что будем делать, девчонки? Пойдем по мальчишкам. Какие предложения? Пойдем по здешним шоколадным мальчишкам. Ой, нет, что-то не хочется. Саша, тихо. Не хочется. Другая сердится, слышишь? Ой, мало. А где у него ноги-то? Усы обломали. Там бои такие шли. Леха где-то почти еле живой остался. Я тоже. Да? Бились мы с ними. И ругаются. Крякают. Ругаются здорово. Тихо будет тут. Страшно. Исторические кадры. Даже все попали. Красота. Обалдон. И
Это соседний отель, где вчера нам варили лангустов. Ничего, не увидел. Она живая? Да. Скорее ее. Я огромную живую увидел. Леха мне ее сказал, оставь, еще далеко. В принципе, нога. Нога, Лех. Нога была не меньше, чем того, которого ты поймал. Помнишь, вот нога. Смотри, видишь, какая нога? Помнишь, ты ногу показывал? Я решил взять только большую. Мелкого не брал? Было много. Осьминог, не знаю даже, что делать. Будем варить его, не будем? Да ну, маленький такой. Что, да. Да, твои детские по сравнению с этим. Хотя и твои гигантские. Но этот супер гигантский, да? Пытка лангустами продолжалась. Сегодня будем есть опять. Опять. Лангу. Сколько можно? Опять эти противные лангусты. Крабик. Ух ты, крабик хоть для разнообразия. Не крабик. Мам, не тиши. Крабик. Ну поставь его. Она сама шевелит. Угу. Ругаются, ну, смотришь? Лангусты ругаются. Крупный план. У тебя какой славный. Ну вот они вкусненькие. Ну-ка, как ты умеешь ложками? Ой, ты тюрк, ты тюрк, ты тюрк, ты тюрк. Вон их курак. Пошевели хвостик. А ты его поцелуй в попку, он подшевелит хвостик. Здесь хвостик, видишь как? Он хочет плавать. Слышала? Угу. Недовольно кряхтит. Ну-ка кряхтит. Значит, нужно съемку включить. Вот сейчас? Да. Да. Я буду весь зеленый. Красивый? Красивый, как зеленый крокодил. Янка будет зеленая. Яна, я снимаю тебя в каком значении? В каком, Алёш? В общем, снимаю вас, девушки, в каком-то излучении. Будьте зеленые и красивые. Не-не-не, не надо снимать. Мне завтра будет более интересный камень. Пойдем в море, в бассейне, еще не снято. Красивая жизнь не снята совсем. Да, кстати, красивая жизнь. Ты не раз завтракаем, да? Обычно. Завтра еще с ним позавтрак? Конечно. А вас как вот завтра видели? Хочу домой. Что? Я еще не хочу домой. Теперь по апельсиновому соку. Еще один с апельсиновым соком. Лютиком булочку поливаю. Поели, теперь можно и позагорать. Моряк собрался в море. Моряк. Настоящий моряк. Какая погода? Посмотри, как там чайки. Плавучие. Вон еще одна морячка. Сзади прямо. Смотри. Ой, вот она морячка, идиота, какая хорошая. Мамочка, чем причитать? Он туда могу подсоснуть. Куда поплывет морячка? Что принесет из моря? Заткнул бы ухо ваткой и пошли бы мы с тобой. Я заткнул. Видишь, я свою маску отдал моряку настоящему. А настоящий. Что, у моряка плохая маска? Маска-то хорошая, да нос не влезает. Как идет, как плывет.
это значит? Одноклассники. Кто там? Кто? Рыба страшная. Там. Слушай, такое ощущение, что надо маску идти одевать. Ну, нырнуть еще раз. И без костюма второй. Без костюма? Конечно. Так обжаримся здесь. Фигня. Сгорим, точно. Сейчас? Сейчас, да, можем. Ой. Ну что там такое? Там кто-то страшный. Страшное морское чудовище. Скат, по-моему. Ух, катамаран. Вот на таком катамаране мы с Саней выходили далеко-далеко в открытое море. Ничего себе, какая скорость, как она несется, как торпеда. Быстро плывет, вот нет, да? Ну, ты знаешь, я в своих ластах иногда не успеваю. За ней? Ну, я удивляюсь. А что, возьму катамаран туда, укатим с тобой. Ух ты, вот этот нырок. Здорово. Пина коладой запахло. А, или кремом. Кокосовый крем? А? Не побоялась выйти в шторм. Ну какие волны огромные. Высота волны метр. Не понимаю, чего они сидели на территории. Они что-то нету на руке этой синей штучки. Настоящий подводный охотник. Видела? Что видела? Рассказывай. Лягух. Непонятно, что ли, я показывала? Нет. Совсем а, не этих вот? Ну да. Они здесь вдоль берега лежат. Смотри, как у тебя загубник к маске повернут. У тебя трубка все время вперед была. Смотри, что я нашла. Скажи. Лопатка. Лопатка. Она ныряла на такую глубину за этой лопаткой. Да. Метра три. Да. Полтора. Ты возьми Яну и покатайся. Саша, с Яной. Пирачок сказал, что у нас будет с тобой куча поездок, куча рыбы. И много ди. Это местные испанки. На пляже такая. А это ихние мужья, тоже испанцы. Это большой белый испанец, а рядом тоже большой белый испанец. Местное население умеет читать, буквы знает. Это оказалось не местное население, а французское население. Вчера я большую видел, я уже ее взял, а потом думал, ну, и все. Ну так, с другой стороны, можно засушить дома где-нибудь, повесить на стенке в Яну. Что можно? Ты меня не уважаешь. А где ты положил это? Завтра домой. А, ты еще не созрела на катамаране ехать? Нет. Твой папа едет. Один? Ага. Брошен всеми, позабыт. Эй, потом не плачь, что тебя звали, а ты не пошла. Thank you.
Сейчас мы эту технику снимем и сбоку. Это Форд 30-го года. Да, просто. Сегодня день кубинской матери. Да? Да, поэтому... Опля! И орлы летают все время. Не так быстро, а медленно. Это я там стою за решеткой. Ой, да. Видно его так. Кубинские реалии. Красиво это, базар, мне нравится. Саня, ты куда? Привет. Сань, где моя? Где моя? Ева. А почему черная? В домах. Нет, это очень подбор медиа, которые занимаются. Ребята говорят. Я думаю, что такого у нас тоже. Да. Один лед. Он нам делает кончание. $2, да? Здесь надо, да? Здесь да. Кончание. Меда. Сейчас мед. Лучше побольше меда спросить. Не надо. Это местная водка. Местная водка. Лимонный сок, мед и вот это белая водка. Ага, белая водка. Лучше кубинский ром. Против света ничего нет. Есть кнопочка. Отойди. Отойду. Можно мне хоть чуть-чуть тут побыть? Для нас срежут маленький кусочек сахара. А Ира его собирает. А петухи нам как у нас прямо. Петухи говорят. Ой.
Что это? Яна, ну как страшник? Сладко, вкусно. Да, очень сладко. А ты что скажешь? Надо подумать. Слаще картофеля. Ну вообще вот как сахар, это в чистом виде. Да? Вот из такого тростника сахар делается, на нити делается. В чистом виде сахар, да. Да, ешь да, так же вкусно, как сахар. Не, просто к тому, что сахар белая делать, смерть. Вообще нечего делать. Да, это белая смерть. Папа, папа, $1 целый. Алеш, подойди поближе. Подойдите поближе. Бандерлоги. А сахарный тростник, он очень сочный, если вот ты из него выжать, из него так сахар и прольется. Если бы я была кубинкой, я бы сахар делала бы из тростника. И жевала бы, жевала? Нет, я бы его продавала. В России? В Россию. Я уж тебе оставила. Забыла. Очень сочный, очень сочный. Вот как сахарный сироп, хорошо, круто сваренный. На, пожи. На. Какие впечатления? Алешке это напоминает кончанчеру. Кончанчеру, да. Кукарачеру. Янка там что-то ухватила. Ох, девчонка, не пропади. Ох, папочку дуй. Кокос большой, вкусный. Это кокос? Витаминизированный, да. Оттуда вот что-нибудь. Ладно, хватит говорить. Будем возить все, что нам надо. Пошли купать, позови. Вот какой в другую сторону. Вот так. Это парикмахерская. Алешка, тебе не надо подстричься? Молодец. Это для Яны. Тут видишь, Яна, какие детки кубинские. Штанишки красивые. Что-то они так делают. Соу-соу. Вот здесь улочка очень симпатичная. Такие домики аккуратненькие. Давайте, давайте, давайте. Потреби, 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 потреби. Молодцы. Да, у них тут на проводах что-то выросло. Жуем сахарный тростник. Вот какие тут массы. Не тряси меня, пожалуйста. Модные девчонки местные. Русская. Саня хотел пойти по девочкам, но почему-то прошел мимо. Мимо. Девочки вот здесь, а Саня там. Так его сюда вызывали. Саня, рот закрой. Молодец. Скажи, мама. Это вот эта бомбина бьянковая. Dando la mano, dando un beso, y nuestro payaso Brizo. Yes. Yes. Look at him. Number one. Aplauso. The Yuri. Aplauso. Uy, aplauso. Oh my God. Y nos vamos. Señores, increíble. Por acá, por acá. What about you, Camila? Camila, our clown without shoes. Este muchacho de Trinidad. Muchacho de Trinidad. 19 zapatos. Okay, 20, 20. 20, 20. And 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, and 3, look! Arriba, buscando a t-shirt. Un pullover. No, los de ustedes no se valen. Arriba, Pepe. Come on, quickly. Come on, fast. 3, pants, pantalones.
разорвать. One, two, three, three, go! Come on, come on! Time is running. A minute. Bueno, revisen bien porque falta. Esa es la suya. Y esta. И это? Кто-то взял один свой. The cover of this. Okay, we keep it for us. Where is the other one? Un aplauso. Aplauso para este buen clown, Brisoles. También en las luces. Trabajando en las luces y en el master central de sonidos. Lights and sound. Yaroslav and López. Our DJ. Clap your hands. On applauding. Sí, amigos. Sí, amigos, desde ya. Nos estamos invitando que somos nosotros en nuestro equipo. Вот чемодан. Это Яна, на чемодане. А я хочу. Лёша, вам кинокамеру надо? Давай, принеси. Так сняла. Это папа на чемодане. Протасовых долго нет. Ау, где вы? Это аэропорт Гава. Вот мы катаемся по Франкфурту на паровозе.